Здравствуй! Сегодня я покажу, как блокировать авто, если оно вышло за пределы геозоны. Для этого переходим во вкладку «Уведомления» в системе GPSM, нажимаем «Создать», выбираем «Объект», выбираем «Геозону», выбираем «Вне геозоны». В таком случае объект будет блокироваться, если он выходит за границы геозоны. И нажимаем «Выполнить команду». Чтобы была данная возможность, необходимо, чтобы в авто была установлена блокировка двигателя. Выбираем «Далее», задаем имя уведомления и нажимаем «Ок». Теперь, когда авто будет выходить за пределы геозоны, в данном случае офиса GPSM, авто будет автоматически блокироваться. Также можно настроить дополнительное уведомление, что при выходе из геозоны приходит уведомление о том, что объект покинул геозону и автоматически блокируется авто. Возникли вопросы или трудности? Переходи на сайт gpsm.ua и обратись к нам. Мы тебе со всем поможем и все объясним.